отсутствует хозяин. Хозяина нету. Но автомобиль припаркован прямо на пешеходном... С нарушениями, да, был припаркован с нарушениями. А где вот был припаркован? Вот прямо на этом... пешеходном переходе, да. Было принято решение эвакуировать транспортное средство. А вы как-то пытались найти водителя? Пытались найти, пытались связаться, на телефон не отвечает хозяин этого. То есть он ушел, оставил, и сколько времени вот здесь он уже находился, не подскажете? Ну, мы здесь сколько? Уже находимся, наверное, около двух часов. Да, вот ждем, около двух часов, да. Уже ожидаем водителя. Водителя, понятно. А как он будет предупрежден, что автомобиль на штрафплощадке? Наши материалы будут отправляться в админпрактику. Водитель сам увидит, что машины на самом деле нет уже. Я думаю, обратиться в службу 102, на линию 102. Ему сообщат, что машина была эвакуирована. Сколько вот придется ему заплатить за услуги эвакуатора? Ну, заслуги эвакуатора мы вам не скажем, а штраф, то, что он здесь стоял. Водителю еще так, будет выписано постановление по приходу на сумму 510 гривен. Thank you.